Добрый день, друзья! Вот хочу рассказать отдельно вот об этих четырех часиках, потому что вот сейчас в данное время очень модно стали ремешки, браслетики с названием «Миланское плетение». Естественно, вот на этих четырех моделях это миланское плетение просто наишикарнейшее. Качество не сравнить с другими, конечно, потому что это итальянские часы. Это вот Роберто Бианчи. Вот эти вот три модельки, они на кварцевой солнечной энергии. То бишь вечная батарея, не надо ее менять, заряжать. Это у нас Ферре. Со стразами Сваровских. Супер. В общем, для любительниц часиков «Миланское плетение».